Привет, друзья! Это «Игра вкусов» и я, Сергей Горбунов. Сегодня мы готовим оладьи из молодых кабачков. Ну что, поехали! Для этого нам понадобятся кабачки, 2 яйца куриных, черри у нас пойдет на украшение, чеснок, мука, соль, перец. Давайте приступим. Первым делом мы натираем кабачки на крупной терке. Натерли. Так, теперь добавляем 2 яйца. Муку. Достаточно. Также соль, перец, натираем чеснок, так, натерли, отлично, теперь все хорошенько перемешиваем. Вот такой вот консистенции у вас должно получиться. Обжариваем оладьи. Включаем сковороду. Сковорода разогрелась. Добавляем растительное масло. Я буду использовать вот такое кондитерское кольцо. Можно также просто обычно ложкой выкладывать, как вам удобно. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. 4-5 минут примерно. И закрываем крышкой. Так, снимаем крышку. Опа. Переворачиваем оладушки. И накрываем крышкой. Пока оладьи готовятся, мы сделаем салат. Нарезаем черри на 4 части. Добавляем к зелени. Также добавляем соль. Немножко перца. И растительное масло. Перемешиваем. Вот такой салатик у нас пойдет на украшение. Так, давайте проверять. Оладушки, в принципе, наши уже готовы. Да. Давайте снимать. Выкладываем их на тарелочку. Берем наш салатик. Оладьи из кабачков готовы. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом с друзьями. Пока-пока, приятного аппетита! Супер!